Да, я сфоткала. Друзья мои, я выставлю в Инстаграм тоже. Дамирчик скачал себе программу, в которой можно делать лизунов. Представляете, до чего техника дошла? Уже не обязательно брать в аптеке тетраборат натрия, покупать клей ПВА, все это смешивать, добавлять краситель, какие-то украшалки. Вот, пожалуйста, в планшете. Даже в планшете можно делать слаймы. Этого слайма Дамирчик, естественно, сделал. Я скину фотки в Инстаграм. Так что Дамир играет... Покажу, как я сделаю кристального слайма. Давай, сделай кристального слайма. Стеклянного. И... Хорошо, и пойдем с тобой гулять. Пойдем на улицу, да. Стеклянного и... Да. И еще пока Дамир делает своего стеклянного слайма, добавь белый клей. Да, добавляй. Налей немного воды. В общем, пока Дамирчик занимается, я расскажу, что я играла раньше в подростковом возрасте, в детстве я играла в Симсов. И Дамир сейчас же тоже играет в Симсов, вот. Поэтому у нас из новиночек вот то, что у Дамира Симсы появились. У него появилась вот такая игра с тем, чтобы создавать собственных слаймов. Вот. Знаешь, что нет таких же ощущений? Как... Ну, конечно, нет таких же ощущений. Тут его прям жмякаешь, он такой холодненький. Такой. Но у нас недостаточно, достаточно, в принципе, и здесь слаймов. Хотя я Дамиру на день рождения, нет, на Новый год привезла то ли 5, то ли 7 слаймов. Я вот не помню сколько. Я помню, что много ему слаймов привезла, много коробочек. Вот. Да, у нас есть планшет, но я пока подожду. Ой, потому что мы топаем сейчас на гули-гули. Да, смотри, больше коров добавить. Угу. Красота. Хорошо. У нас нет украса, не чисто. Угу. Такой он. Я покажу, как он будет на фоне экрана полностью быть, какие у него по змяху. Да, это вот такие бы же коровки. Так что из новинок Дамир играет в Симсов. Я тоже к нему иногда присоединяюсь, Реклама. Поглядываю, побалываюсь. Вот. И... Реклама, уже вижу значок, что тут реклама. Угу. Вот. Давай, прикольно. Прикольная реклама. И вот слайм у него новиночка появилась. А сейчас мы с ним пойдем в магазин. И что еще хотела сказать? Так это я хотела сказать, что Дамир, оказывается, в конце июня, когда я сказала, что мы приблизительно недели через две переедем, отсчитала от этого момента 2 недели, то есть 14 дней, и решила, что мы переедем 11 июля. Вот так вот Дамирчик нарешал, потому что, видимо, ну, ребенок, он не понимает, что значит приблизительно. Вот такой слайм клевый. Подмякай. Гляньте, смотрите, как это реалистично выглядит. Прикольно. Такие слаймы точно в магазинах не продаются. Конечно. Ну, я, по-моему, вообще рекордсменка по покупке слаймов для тебя. Сколько я тебе манюнек слаймов подарила. Я тебе на Новый год штук 7 банок купила. Ой, я не съел, смесай еще одну кучу. Помнишь, я тебе 7 банок, по-моему, купила на... Ну... Господи, икаю, на Новый год. Помнишь? Да, 7. Или 5, или 7, не помню. Или 5 больших и несколько маленьких. Да, была круто. А когда-то я с игрушкой купила. С игрушкой когда-то я покупала. С игрушкой? Угу. Да. Я тебе много, очень много слаймов подарила. И здесь тоже у нас уже сколько? 3, по-моему, слайма вот этих вот таких. С этой, с трубочкой. Несколько маленьких слаймов. Нет, 2 слаймов. Разве 2? Да. Желтый, белый и все? Это не желтый, а зеленый. Такой зеленый? Да. Ладно, друзья мои. Один светится в темноте, один пахнет морозным. Там три, один морковный и 2 в гранатках. Ладно, друзья мои, в общем, мы будем с Дамиром одеваться и идти в Рэми. Спасибо, что побыли с нами, вот такие у нас новости. Я не помню, кистайный, стеклянный, как они называются? Но он клевый, и это не отнять. Он такой... Так что вот так вот Дамирчик решил, вот превратно воспринял мою фразу по поводу 14 дней и четко отсчитал 14 дней и ждет 11 июля. А представь, если мы в натуре переедем 11 июля, вот как ты и решил. Может, типа устами младенца глаголит истина, и так оно и будет. Младенец. Все, мы в магазин.